Работающую на полных оборотах машину нового переворота уже ничто не могло остановить. Устрашающий выстрел «Авроры» возвещает о начале новой эры, великой и ужасной. В ночь с 25 на 26 октября, как раз в день рождения Троцкого, с бастиона Петропавловской крепости начался обстрел фасада Зимнего дворца, где в парадных залах располагался госпиталь. Первыми жертвами стали беспомощные раненые солдаты. Захлестнувшие дворец толпы вооруженных мародеров бросились крушить все на своем пути. Большему уничтожению подверглись вожделенные винные погреба. Вакханалия и дикий революционный вандализм надолго определили стиль поведения новой власти.